Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре машинка Hot Wheels Koenigsegg Jesko. Расскажу я о ней как о настоящем автомобиле. А вот сейчас перед вами просто машинка как пример. А вот на заднем плане есть другие также модельки из моей коллекции, о которых я расскажу в следующих видео. Сделаю обзор, полный обзор коллекции и расскажу о каждой машинке по отдельности. Кстати, интересный факт, что все эти три машинки на заднем плане американского производства. То есть Lincoln, Dodge и Chevrolet. Поподробнее расскажу их, как я уже повторюсь, в следующих видео. А настоящий вот такой вот Koenigsegg Jesko был выпущен тиражом 125 экземпляров. И эта машина должна заменить собой Koenigsegg Agera RS, то есть самый быстрый автомобиль на планете Земля, и Koenigsegg Regera. Это как бы следующий автомобиль в этом модельном ряде. Ощущается такая настоящая Jesko двигателем V8, битурбо мотор вообще такой. Есть с мощностью 1600 лошадиных сил и крутящим моментом 1500 ньютон-метров. Но есть небольшая поправочка здесь с мощности, что 1600 сил доступно на биотопливе E85, а 1280 лошадиных сил доступно на 95-м бензине. Да, вот так вот. Вот бензин также влияет на мощность и скорость, ну, особенно спортивных автомобилей. Теперь расскажу про прижимную силу. Вот это антикрыло. Есть только модели Koenigsegg Jesko. Есть также точно такой же автомобиль, только без антикрыла, но с вот такими вот сплиттерами, можно сказать. И это Jesko Absolute, то есть без антикрыла вот этого, с этими планками, это Jesko Absolute, а это просто Koenigsegg Jesko, а то Koenigsegg Jesko Absolute. Но такой машинки, к сожалению, нельзя купить, ее просто нету, как бы Hot Wheels еще такое не сделано. Так что и Koenigsegg Jesko есть только вот такой, и только в таком цвете. Вот, да, только в сером цвете. Вот в сером, зеленым и с такими полосочками. То есть теперь расскажу про прижимную силу. Это антикрыло создает прижимную силу на скорости 275 км, 1,4 тонны. Извините, еще раз оговорюсь, при скорости 275 км 1 тонна, а при скорости 250 будет 800 кг прижимной силы. Создает это антикрыло, что очень помогает в поворотах, острых поворотах на треках. Также помогает не терять драгоценные секунды на треке, допустим, какой-то гонки любительской или профессионально. Что по поводу цен, все 125 экземпляров уже давно раскуплены по предпродажам. Там был заранее сделан заказ определенный, и каждый владелец получит его в своей комплектации. Цены могут варьироваться, так как комплектация очень сильно влияет. Тут можно заказать на Koenigsegg настоящих несколько буквально деталей, допустим, карбоновые тормоза, какие-то дополнительные шины, несколько комплектов шин, и буквально сразу же и дополнительный цвет. Также в настоящей модели можно заказать красный цвет либо же черный, да, в принципе, можно любой, если уже по именному личному заказу, и тогда цена вырастает в разы. Поэтому я говорю, что если еще диски заказать, так,
сами диски вот эти вот тоже карбоновые, легкие, около 9 килограмм весят, ну, это считается очень легкие, то вот цена может спокойно взлететь от 2 миллионов до, от 2,5 миллионов до 4 миллионов долларов. Так что цены варьируются в зависимости от комплектации. Да, вот такие вот дела. Спасибо за просмотр. Ждите на канале вот обзор следующих машинок на заднем плане. Да. Всем спасибо. Пока.